утру удалось прибрать все после Октябрьского проспекта, потому что людей там было очень много, более 50 тысяч человек. Прибрали как аллейную часть, так и тротуары. Проезжая часть, где люди у нас находились, нами было вывезено порядка 70 кубов именно с титула ГДМС мусора, то есть это порядка 4 самосвалов. С всего города порядка 160 кубов.